Я Шатпакова Алина Олеговна. Ранее обращалась к Бастрыкину Александру Ивановичу, Краснову Игорю Викторовичу, Колокольцеву Владимиру Александровичу с просьбой разобраться с вопиющим беспределом, который происходит в Саратовской области. Сейчас я прошу президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите. Обратите внимание на эту ситуацию. Отец моих детей попал в больницу после вооруженного нападения. Его чуть не зарезали у собственного дома на глазах у ребенка. Он чудом остался жив благодаря прохожим. Энгельскому МВД по горячим следам удалось поймать преступников. Действия этих лиц напрямую связаны с теми публичными обращениями, которые мы ранее делали в отношении прокурора Энгельса и его подручного. Сейчас, помимо открытого покушения на жизнь отца моих детей и причинения вреда его здоровью, ему не дают возможность проходить лечение в стационаре государственной больницы. На ежедневной основе инициируют следственные действия по незаконному уголовному преследованию. Вместе с тем, тормозя расследование реального преступления в отношении покушения, так как следователь по делу о нападении в больницу не допускается, также по указанию прокурора. Оказывается давление на персонал медучреждения. Врачи оказывают квалифицированное лечение на высоком уровне и вместе с тем сталкиваются с откровенным давлением и напором извне. Сейчас его пытаются как можно скорее исключить из больницы, не давая возможности полноценно пройти необходимое лечение. Постоянные визиты следователя на регулярной основе психологически давят на него, пытаются достать его даже в больнице. Наша семья находится в опасности. Неизвестно, что именно можно ожидать от этих людей, что они еще смогут предпринять, если уже решились на покушение. Они пытаются из принципа довести дело до конца. Наш регион вышел из правового поля. Прошу вас отреагировать на мое обращение и провести всестороннюю проверку по всем вопиющим фактам. Также прошу дать поручение сотрудникам УФСБ обратить внимание на эту ситуацию и прекратить этот произвол. Прошу защиты. Прошу обратить внимание, что необходимо создать рабочую группу по ряду обращений предпринимателей. Люди в страхе. Многие называют Саратов откровенной прокурорской кущевкой.